Здравствуйте, уважаемые телезрители! В сегодняшнем выпуске нашей программы мы расскажем о системе школьного и дошкольного образования, о том, что сделано в этом направлении у нас в республике и что еще предстоит сделать. В этом смысле микрорайон на улице Гладкова в Чебоксарах – одно из самых показательных мест на карте Чувашии. 2 года назад здесь введен в строй садик, а скоро напротив появится школа, под которую уже вырыт котлован. Такое соседство – факт весьма примечательный и заслуживающий того, чтобы заглянуть на стройку. И мы это сделаем обязательно. Но вначале вместе с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и депутатом Государственной Думы России Аленой Аршиновой посмотрим, как живут, подрастают и чему обучаются малыши в детском садике номер 8. Заведует Дворцом детской радости Елена Яндемиркина. Живут малыши неплохо, условия созданы идеальные. Есть даже соляная комната «Дары моря», где можно с пользой для здоровья провести несколько минут, да еще и сказки при этом послушать. Гостям, самым непосредственным образом причастным к строительству садика, показали гидромассажную ванную, плавательный бассейн «Плюх» и сауну «Здоровейка». А кто вениками еще парится, тот вообще закаленный будет. Меньше будет болеть. Носиком дышать. Молодцы. Глядя на все это, люди старшего поколения наверняка вспомнили свой мир детства. Он мало походил на сегодняшний. Инвестиции в будущее страны были в прошлом веке куда скромнее. Жизнь меняется стремительно. Эти мальчишки, девчонки должны стать лучше, красивее и сильнее прежних поколений. Что ж, здравствуй, племя молодое, незнакомое. Ребята учатся мечтать, строят планы и могут вести разговоры на любые темы. Я хочу стать директором. Директором чего? Детского сада? Или чего? Школы? Столовой. Столовой? Вот. В этом возрасте как нельзя лучше усваиваются нравственные и моральные принципы, вырабатывается стремление к достижению поставленных целей. Если ребенок взял в руки и опробовал даже игрушечный рабочий инструмент в мастерской самоделкина, то это обязательно поможет ему сориентироваться при выборе профессии. Ну, покажите-ка, пожалуйста, что вы умеете делать. О, молодцы! Кто быстрее? Видите? Здорово. Почему? Потому что я хочу делать мебель. Да, классную. Красивую мебель будет делать и нам сзади привозить. Да? Я хочу стать строителем. Мы скорые работники, отличные работники. Нужные работники, строители и плотники. Впрочем, и горшки, как известно, не боги обжигают. Чья работа? Ты? Как тебя зовут? А ты где рисовать научил? Мастерская. Руку покажите. Руку, руку. А, настоящие рабочие руки. Это уже в таком возрасте брать что-то в руки, что-то творить. Это же здорово. Да и мастера спорта и театральной сцены тоже начинали с простых занятий. Воспитатели детсада научат, подскажут, а если выявят одаренного ребенка, то, конечно, расскажут об этом родителям, чтобы развить талант. В музыкальном зале депутат Алена Аршинова не сумела сдержать себя и закружилась в хороводе. Все мы родом из детства. Национальный колорит, это либо простые узоры, но вы еще красивее смотритесь. Мальчишки и девчонки обратили внимание на стройплощадку поблизости от детского сада. А из теленовостей знают, что это строится школа, в которой им предстоит набираться знаний. А кто вам сказал, что школу будут строить? А вот и макет той самой будущей школы на 1100 мест. Это центральный корпус административный, этот корпус школы начальных классов, этот корпус школы старших классов, 42 класс-комплекта. Этот корпус, соединенный теплыми переходами, спортзал, спортивный корпус, состоит из 2 спортзалов и бассейна. Тут же мы понимаем, если мы сдаем в этом году, то 500 000 000 получаем в этом году. 500 000 000, да. Да, если не сдаем в этом году, то эти 500 000 000 мы не получаем. Стимул хороший. Стимул хороший, да. 500 000 000, а то другим достанется. Да, это нас больше всех волнует. Надо показать, на что способны. Михаил Васильевич, вот опять начинается новый этап, это уже теперь с школы. С садиками вроде получилось, да?
Алена Игоревна подтверждает, что... Не просто получилось, а Чувашская республика среди первых эффективно реализовывала эту программу. Вовремя софинансировала. Грамотные объекты предлагала строить. Очень красивые и есть чем сравнить. Я думаю, что сейчас важно показать еще и республику в программе по школам. Наша задача в течение 3 лет снять вторую смену обучения детей наших общеобразовательных школ. Алена Аршинова 2 года назад принимала участие в торжествах по случаю открытия детского сада «Солнечный город» в Цивильске. Подружилась с заведующей Натальей Волчковой и не упуская случая, чтобы лишний раз пообщаться с малышами. Принимают депутата Госдумы, отвечающего за реализацию проекта партии «Единая Россия» «Детсады детям» радушно. Здравствуйте, Алена Игоревна. Мы, юные жители Солнечного города, рады вас видеть в нашем детском саду. Незнайка с Синеглазкой повели ее к самым юным жителям сказочного города. Ребята, давайте Алене Игоревне подарим подарок в связи с наступающим великим праздником, Великая Пасха. Вот, дети вам приготовили. Ничего такой себе, уже поставили подарки. Да, там яйцо у нас, яйца они волшебные. Так. Давайте посмотрим. Желаю счастья, Игорь. И корзинку пожеланий я тогда забираю с собой. Буду вас вспоминать. Пока-пока. Пока. У нас это особая группа, Алена Игоревна. Здесь ребята немножечко, им немножечко корректируют речь. Есть 2 золотых девочки в этой группе, которых мы очень любим. Наша Василисушка, посмотрите, как она старается. И наша Лизонька. Здравствуйте, Алена Игоревна. А кем хочешь стать, Лиз? Говорила то, что врачом. То, что будет лечить детей. Врачом? Ну, правильно. Специально для скетчей мамы шили мне платье. Мы его готовили. Вот это? Да. Красиво. Это мне. А вы там конфеты. Конфеты! Сладких угощений из букета хватило всем. Ух ты! Здравствуйте! У нас в детском садике реализуется проект, который называется «Образовательные живые уроки». Я смотрю, у вас и тесто, и творог, и сметана, да? А зачем вам это все нужно? Ребята, у нас есть возможность ускорить процесс и приблизить момент, когда хуран-кукли достанут из печки, и можно будет их попробовать. Получается, детсад красен не только своими углами, но и пирогами. Все как у взрослых, и многое делается и вместе со взрослыми. Есть даже группа здоровья, которая называется «Обновление». Девиз «Бабушки и мы – здоровье страны». Ребята рисуют, лепят, танцуют и даже знают, из чего и как приготовить умный пластилин. Научили они этому и свою гостью. Словом, законодатели не зря стараются, когда закладывают в бюджете средства на строительство дворцов для детей. У садика «Солнечный город» есть свой гимн, эмблема и флаг, периодическое издание «Солнечные лучики». Есть и успехи в создании собственных видеоклипов. Все мечты сбываются, если учиться и трудиться. Здесь как-то по-семейному, уютно, и место есть для всех. И для детей, и для родителей, и для всех. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. За последние 4 года в Чувашии построено 16 вот таких прекрасных детских дошкольных учреждений. Удалось обеспечить местами всех детей старше 3 лет. Потребности детишек старше 1,5 лет удовлетворены на 85%. Вместе с Аленой Игоревной мы побываем еще в одном детском саду номер 202 в Чебоксарах. Называется он «Город чудес». Здешние обитатели много умеют, а многому еще учатся. К примеру, соблюдать правила дорожного движения. Но случается, что лихачит даже в присутствии заведующей Веры Коновал. А кто по встречной полосе поехал, ребята? Сплошная.
Детский сад номер 202 является пилотной площадкой по реализации проекта «Юные чебоксарцы учатся плавать». Правда, инструктор по плаванию Андрей Суранов и его подопечные делают успехи и в дайвинге. Что нам покажут? Сегодня, ребята, Андрей Иванович, что покажут? Здорово плавают ребятишки. И что очень важно, в бассейне применена самая совершенная система очистки воды. А еще у детского садика есть отличная радиорубка, откуда дети вместе с воспитателями ведут радиопередачи. В преддверии Дня Победы они посвящены главным вехам Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны радио было самым важным. Оно всегда громко сообщало о событиях на фронтах. А кто самый знаменитый диктор в годы Великой Отечественной войны? Левитан. Ой, молодец. А как юных последователей Левитана зовут? Аванина Анна. А тебя? Федоров Алексей. В спортивном зале, между тем, кадетский корпус усиленно готовился к параду дошколят, посвященному Дню Победы. А у кого-то из вас есть папа военный? У меня дедушка. Дедушка военный. У меня дедушка. У меня прадедушка был командиром. У меня прадедушка был командиром. У вас есть командир? Да. А кто? Разрешите обратиться? Молодцы, здорово. Спасибо. У вас получается. Я думаю, что вы будете самым видным отрядом. Вы уж не подведите вашего командира, чтобы вы были лучшими. А члены шахматного кружка «Слоник» выявляли на тот момент самого сильного пешкоеда. При мудрости сложной игры помогали осваивать Михаил Мельник, он председатель шахматной федерации Чувашии, и две самые главные фигуры – король и ферзь. Мастер-класс дала и Алена Аршинова, которая хоть и призналась, что давненько не брала шахмат в руки, но сражалась достойно. Заметил, что у вас настроение улучшилось после того, как побывали в этом садике, правда? Конечно. Мне кажется, что, во-первых, такие сады строятся как раз для того, чтобы и наша жизнь была лучше, и чтобы у наших детей была еще лучше жизнь, чем у нас, чтобы они шли в жизнь подготовленными. Ну а так в мире мы идем не просто в ногу со временем в дошкольном образовании, а даже немножечко впереди. Общеобразовательная школа в деревне Шихобылово Урмарского района введена в строй в 2013 году. Детишек сюда привозят и из деревни Вознесенск. Для этих целей имеется свой автобус. А чтобы возить детей с ветерком и комфортом, проложили асфальтированную дорогу длиною более километра. Автобус снабжен системой ГЛОНАСС. Школа стала гордостью для всей округи и примером как в деле постижения знаний, так и в пропаганде здорового образа жизни. Ведь она носит имя прославленного земляка шихобыловцев Валерьяна Соколова, олимпийского чемпиона по боксу. Директор школы Герман Станиславович Бордецкий доложил главе Чувашии и еще об одном потрясающем результате. Ну, родители, у кого там трое детей, хотят четвертого родить, есть такие, которые пятые родили за то, что, говорит, школа есть. У входа Михаила Игнатьева встретил почетный караул, выставленный у точной копии Знамени Победы. Школа активно готовится к празднованию 9 мая. Планирует различные мероприятия, в которых примут участие и жители деревни. Шихобыловская общеобразовательная школа имеет многофункциональный спортивный зал, где можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, проводить веселые старты. А у вас баскетбольная команда вообще есть, что ли? Участвуете? В районе в этом году все призовые места. И школьная команда. Среди школьников и волейбол, и футбол, мини-футбол, и баскетбол. И как? Все призовые места. Баскетбольный мяч сможешь с первого раза? Возможно. Штрафные очки. Внимание! В школе действуют различные кружки. Каждый может выбрать то, что ему интересно. Ученики 6 класса под руководством учителя технологии Петра Егорова мастерят самолеты и другие поделки из дерева. Указом главы Чувашской республики Михаила Сигнатьева от 7 сентября 2015 года объявлен Год человека труда. Спасибо. Хотелось, чтобы не только слова, но и дела у ребят складывались удачно. Первые шаги к этому они сделали. И еще одно кружковое занятие. Теперь уже по робототехнике. Сами собрали? Да. Работает? Да.
это задание? Это позиция. Это различать цвет. То есть такой цвет какой-нибудь? Да. Состоялся и круглый стол с Михаилом Игнатьевым. Чувашия – территория будущего. Разговор касался самых разных сторон жизни. А отвечая на вопросы Михаила Васильевича, старшеклассники сказали, что учатся без троек, и никто не курит. Примером служат учителя. Большинство старшеклассников хотят стать юристами, медиками и учителями. В аграрии, к сожалению, никто пока не стремится, так же, как и в руководители региона. Но на всякий случай, видимо, ребята поинтересовались у Михаила Игнатьева, какие качества вырабатывал он в себе, чтобы стать лидером республики. Никогда не надо лениться. Человеческие возможности, они безграничны. Поэтому любите себя, любите родителей, любите свою родную школу, любите учителей, у вас все получите. И пейте молоко. Ваша задача, дорогие школьники, взять будущее в свои руки. Вы готовы? Да. Мы за 10 лет будем строить, модернизировать, реконструировать 32 общеобразовательные школы. Если эту стоимость превратить, это примерно, ориентировочно, 12,5 миллиардов рублей. Ну вот какие-то есть новые у нас финансовые возможности появляются в строительстве школ, да? Вот какие-то есть договоренности с Минобразования России по финансированию строительства? Не только ждем инвестиций в федеральный бюджет, мы еще вносим предложение по совершенствованию действующего законодательства. Регионы тоже наши предложения поддержали, потому что первоначально обсуждали вопрос, чтобы проавансировать 30% или вообще не выделять авансовые платежи. Это на строительство новых школ, да? Да, а только по факту, если мы построим за счет своих средств, соответственно, по факту только подтвердят. Но мы говорили о том, что покупательский спрос упал, кредиты подорожали, у нас нет денег. И у строительных организаций, кто бы мог найти эти финансовые средства и мог построить? Нас услышали, и 50% от стоимости школы, согласно проектно-сметной документации, согласно экспертизе, соответственно, будут выделены в этом году средства. Это была «Наша республика. Главная тема». В следующем выпуске программы мы побываем с вами на предприятиях агропромышленного комплекса. Съемки уже ведутся. До свидания.